22 мешка, 22 снеговика. Гори! Ёлочка, гори! Ёлочка, бля, не дожди! Традиционно я не первый раз уже здесь и всегда в душе борются два чувства. Конечно, это праздник и предвкушение праздника, какого-то волшебства, которого я тоже жду. Вот. И это нормально для каждого человека. Возможность вернуться в свое детство. А с другой стороны, какая-то небольшая грусть, потому что ну, только благодаря стараниям, наверное, персонала это заведение является по-настоящему детским и веселым. А предназначение его не совсем, конечно, праздничное. Да? Мы все это понимаем. Но с учетом того, что все-таки сегодня преддверие праздника, и мы очень хотим, чтобы дети чувствовали это. Поэтому Министерство внутренних дел традиционно уделяет огромное внимание и воспитанию детей, в том числе находящихся здесь, и поддержанию их в жизни. Мы будем их сопровождать и в дальнейшем. Мы уверены, что все они станут великими, достойными гражданами нашей страны.